Отработав все корпоративы, Павел Воля и Лейсан Утяшева вместе с детьми отправились в большое путешествие. Для начала своего отпуска звездные супруги выбрали элитный курорт на Мальдивах, откуда постили фотографии всей семьи. На снимках видно, как выросли их дети. Роберту в мае исполнится 6 лет. Софии сейчас 3,5. Роберт уже умеет плавать, поэтому разгуливает по острову в плавательных шортах, в них же и купается. А специально для маленькой Софии родители купили специальный купальник с вшитым поясом безопасности, который легко может удержать ребенка на воде, если он вдруг окажется в глубоком месте. А после отдыха на Мальдивах звездная семья решила продлить путешествие и отправилась в Новую Зеландию. В Новой Зеландии мы мечтали побывать с детства. Лететь как до Луны, ну что, мой собственный рекорд побит. 22 часа в воздухе, из них 17 часов рейс Доха, Окленд, который занимает второе место в мире по продолжительности перелета. Сразу совет, если вам предстоит длительный перелет в страну с большой разницей во времени, у нас 10 часов, переводите часы сразу и живите в самолете по новому времени. Иначе перестраиваться будет сложно, дала совет подписчикам Лейсан. Прилетев и обустроившись на новом месте, супруги первым делом отправились встречать рассвет. А оказалось, что Новая Зеландия встречает рассвет самой первой на нашей планете, так что страна восходящего солнца, именно она, поделился своим открытием Павел Воля.